Привет, друзья! Время 4 утра. Мы вышли опять поближе к Волге, на глубину встали, где Вова в прошлый раз судака поднял. Яндекс не обещал никакого дождя, но пока шли, попали под дождь. Вон рыбаки уже подтягиваются. Но сегодня поменьше рыбаков. В прошлый раз я пришел в это время, здесь уже лодки стояли. Сейчас пока никого нет. Ведь погода, может быть, испугала. Ветер сегодня посильнее, облачность. Ну и дождик шуганул. Рыбка плещется, в эхолот ее видно. Смотрите видео, друзья. Че, с чего начать? Ну-ка, балду сейчас запустим, чем черт не шутит. Сделаем первый заброс здесь, вон на дне. Смотри, что творится. Вон по дну точно вот этот судак шастает. Вот я положу по дну сейчас. Вот кто это прыгнул? Да я видел, он там, Егор, две ладони, в ладони такие. Да. Опа, есть Вова. Вот это. Стой. Трофей. Сейчас. По-любому. Ой, у меня аж этот правый бок свело, как он вдарил. Не знаю. Вот это удары. Сом, что ли? Не знаю. Что-то не пойму. Или щука. Да подожди, видишь, что творит. Не, щука трофейная. О, пятак, да? Вот, вот эта резинка. Давай. Опа. Вот это 7 дюймов. Вот эта резина. Ну что, теперь меня поздравляем с трофеем. Давай пятак мне. Не зря я решил начать с крупной. С крупника. С крупника, да. Прям вдарил, меня аж затрясло, слушай. Ништяк, ништяк. Фух. Рука правая трясется, не могу. Опа, тихо, тихо. Сейчас надо ее, наверное, сразу. А у тебя эта зелень далеко? Да, сейчас я сначала фотку сделаю. Вот это приманочка. Вот она, приманка. Сиден пак. На джиг головку повесил. Груз у меня 30 грамм был. Вот она вдарила. Вот это утро, вот это. Все, можно домой ехать. Нет еще, да? Что-то я преувеличивать стал. 3,5, да. Но глаза радовались просто такому трофею. Но все равно трофей. Конечно, Вову не догнал, всего 5700. Но это тоже отлично. На эхолоте просто кишит белью. Это вот нас сносит уже, мы без якоря ходим сейчас, пока течки нету. Дрейфуем. Дрейфуем, да. И по дну он наблюдает схождение какой-то хищника. Сом, что ли, там говорю.
Ну, щука, она все равно мощнее. Она мощнее судак. Он висит же, судак. Она как-то боком махнула, и я что-то и подумал, думаю, что-то там какой-то странный рыб висит. Я на такие приманки-то в жизни не ловил. Куда я, чтобы я ставил 7 дюймов? Слушай, развалил кастинг свой? Отлично отработал. Да? Вот только единственное, что на кастинге этот фрикцион бесшумный. То есть она отматывала, а он не звенит, как это привычный хруст фрикциона. Ну, может быть, на других катушках и есть, а вот на этой, короче, он бесшумный. Просто мотает и все. Вон сколько рыбы. И видно, и хищник здесь тусуется. Причем активный хищник, не возле дна. Если уж летом на такую здесь берет, то осень точно будет она хапать. Куда у них пасти какие? Но для нее что это? Малек самый то. О, еще один трофей. На проводке подымал. Ну это поменьше, по-моему. Ну килограмма два, наверное, точно. Слушай, подымал. Топку все ушло, да? Смотри. Догонку. Ты сможешь вот так? Ну ладно. Нет, как? Да, с той стороны, чтоб на камеру. Я сейчас в лодке могу перекинуть. Давай, давай. Опа! У меня прям утро трофейное. Все, я норму взял, слушай. Это тоже это двушка где-то. И там 3,5, все, 5 килограмм. Остальную щуку я сегодня отпускаю. Смотри, что, крупняк хочет, да? И причем на подъеме, прям я с пол воды уже. Да, 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 с пол воды. Обалдеть. Я даже не знаю, что это сегодня творит. Слушай, трофейная рыбалка прям. Вторая рыбеха. Опа. О! Ой, тихо, рыбеха. Все, он в топку ушло. Прям хапнуло на проводке. И без хвоста она у меня теперь. Вот она, видишь, лопатка какая, она трясется-то прям. Кусанул. Да. Но приманка отработала. Что-то две щуки взяла, я считаю. Это сколько она еще? Год, что ли, работать должна? Это все уже. Так, сейчас мы ее тоже взвесим. Эту щуку. Я думаю, около 3, наверное. 2,750. Вова говорит 2,750. Смотрим. Нет. 2,450. Еще 2,5. Там у нас 3,5, это 2,5. Надо же было на выводе, вон, она так долбанула, а. Просто вывожу уже, все. Конец проводки вывожу наверх, и она прям вдогонку, видишь, в топку, да? В поводу. Ну. А, да. Ну я не думаю, что воробьи какие-то. Какие-то другие птицы, мне кажется. А я думаю, он с левой стороны, вот смотри, сидит. Орел или то, что он, видишь, на ветке. Ага, да. Пасет. Пасет, пасет по-любому. Не понял. По деревяшке какой-то, что ли, ударился. Уда? Есть? Да. Ну вот. О! Вот и хе. Будешь хе брать? О, она смотри, как перепуталась вокруг. Она сейчас, когда
прыгнула, она это... Все, сошла твоя хе. Да она маленькая для тебя. Приветствую. Нихао, братья! Здравствуй. А я думаю, ты не ты стоишь. Это я. Че, как успехи? Слушай, 4 по 1000 было. У нас утром мы только пришли сюда на точку. Я ставлю вот эту байду такую. Только вот размером, цвет другой, вот она была, она разодрана вся. Ну, короче, такая же. На 3,5, бах, с 15 метров давов, по-моему, ну, 15-12, да. Потом вот меняем прям точку, буквально пока вот эта эмоция отошли, все, пока взвесил, меняем точку, опять закидываю. И уже на выводе поднимаю приманку уже вот здесь, и она прям бум, еще на 2,5. Ну, вот стоим, болтаемся, не знаем, что теперь делать. С утра больше не было. И на мельки ходили, тоже тишина. На воблеры. Мы ушли там вообще, оказывается, за затон целый уходишь туда по этим. Вот по прямой. Вот остров он там есть, Камышовый. За него, если идешь, там вот такие, вот такие, вот такие. И большой открывается затон мелководный. Вчера вот два окуня поймали более-менее. И вот таких вот, не знаю, штук, может, 15 еще выкинули. Может, чуть меньше, даже не считали. Но мы вчера по кривуш ходили. Ага, как, удобно? Да. Не так обгораешь. Да, ну, оно, главное, загораешь, но не сгораешь. Приезжаю тоже красненький, но это нормально. Да, я знаю, что и делать. Вот и мы сидим, думаем. Я вчера вот здесь взял в 12. 12 дня? Да, я где-то в 11 сюда пришел. Ну, мы с детками катались. Ага. Ну, значит, выходами она. Ходить, кидать. Утро. Есть? О, на воблер, да? Да. Подсаков? Да, нет, на воблер. Тут что-то у тебя так свистит все. А-а. Ну, ты сколько воблер поставил, только от суёки. Ну, все, сейчас воблер тоже покидаю. Хоть поклевки еще пощутить. Ну хе, съедобная щука, что ж ты без рыбы поешь, забери. Уха и будет. Что? Уха будет. Какая уха? Рыбы маловато. То есть ты решил дать ей шанс вырасти. Добрый день. Как ваши успехи? Нормально. Узнали по камерам. Было? На кольцо было что-нибудь? Нет, тоже тишина. Устерка. А, ну вот. А, ну тоже? Что? А окунь, там окунь есть? Нет. Нет? Окунь никак не найдем. Устерка один более-менее такой. Но. Это вот тоже здесь же, да, на косе все? Нет, на Шелехмеде. А, на Шелехмеде. Ясно. Уходу. Ну, ну. Что там баржи пошли, нас выгнали. Ясно. Да, херами обложили в громкую связь. Ну, есть что? Кто-то бьется на вертушку. Есть микроокуня, выловили все-таки. А какой. Блин, он обосрал меня всего, смотри. Прям обтрестал. Будем считать, что это к деньгам. Или только птицы считаются. Любое говно. Ну все. Все, теперь я богат буду сейчас. Мелкий, что ли? Нет, дергает, смотри, что.
конопатый. О, тоже сорвет, смотри, они переевшиеся все какие-то. Они здесь жрут, видать, до удора. Друзья, ну что, сегодня рыбалка уж точно удалась. Но обидно то, что с самого утра долбанули две, и потом тишина. Ходили-бродили, вот Вова еще небольших щучек поймал, ну и мелкие окуня. Долбанула щука утром вот на эту приманочку, Sweden Pack. Это моего производства, 170 миллиметров. Вот в таком вот цвете был арбуз. Граммовка у меня стояла 30 грамм, джиг-головка с огромным крючком. Приманка с ароматизатором, икрой была. Ну, вот такой вот улов. Пережила она у меня две щуки большие. Но, в принципе, она была целая, только вот хвост откусила последняя щука. Потому что прямо в топку зашло. В комментариях оставлю ссылки на телеграм-канал. Мы там фотографиями, я сразу скинул фотографии своих улов. Ребята посмотрели, залайкали. Ну и они скидывают, делимся своими уловами прямо сразу в онлайн. Так что переходите по ссылке. В комментариях прикреплю. Кого интересуют приманки, тоже оставлю контакт на свой контакт. Обращайтесь, пишите. Друзья, не забывайте ставить лайки, подписывайтесь на канал. Всем здоровья, пока!